Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, а тема нашої сьогоднішньої розмови – таїнство соборування. Адже зараз триває Великий піст, і чимало православних християн намагаються взяти участь у цьому таїнстві. Про його значимість ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем. А у нас в гостях голова інформаційно-просвітницького відділу Миколаївської єпархії Української православної церкви протоиерей Віктор Абізюк. Отець Віктор, здравствуйте. Доброго дня. Спасибо большое, что вы приехали к нам. Мы знаем, что именно в пятницу Великого Поста священники очень заняты, потому что служат литургию прежде священных даров. Это очень длинная и такая значимая служба, конечно. Тем не менее, вы все-таки приехали для того, чтобы слово молвить спасительное, и чтобы эти спасительные глаголы услышали и наши телезрители. Сегодня тема нашей беседы – «Таинство соборования». Раньше, отец Виктор, бытовало мнение, что соборуют только перед смертью или когда очень сильно человек заболел. Но сегодня, слава Богу, отношение к этому таинству изменилось, и много людей, православных христиан, хотят взять, принять участие в этом таинстве. А вообще значимость таинства соборования, будьте добры. Хотелось бы сказать, что вот значимость любого таинства в жизни православного христианина очень важна. Почему? Потому что каждый человек, именующий себя православным христианином, он является членом церкви. Церковь – это не само помещение, не только сооружение храма, но церковь – это люди. И точное определение этого слова – это общество людей, объединенных между собою верою в Господа Иисуса Христа, таинствами и священноначалием. Это и есть церковь. И вот эти вот люди, которые объединяют эти три фактора, самые важные, объединяют их, как раз должны и участвовать, принимать участие в таинствах церкви. Первое, что подтверждает человека, что он причастный как-то к церкви, это верою в Господа Иисуса Христа. Когда человек действительно верит в Господа, он может называть себя членом церкви. И он является неотъемлемым этим членом церкви, потому что церковь – это такой живой богочеловеческий организм. Это не какой-то механический, допустим, не машина, которую можно там забрать, снять с нее, там, допустим, мотор или колеса, поснимать с нее и разделить ее на отдельные детали. А церковь, она неделимая, она единая, святая, соборная, апостольская. И люди, которые объединены таинствами и верой в Господа Иисуса Христа, священноначальниками, как раз являются этим богочеловеческим организмом, этой церковью. И вот таинство в церкви существует не только одно таинство соборования. Мы знаем, что таинств есть семь. И эти таинства, первые таинства, которые принимает человек в своей жизни, это, мы знаем, это таинство крещения, через которое он омывается от первородного греха и рождается духовно в жизнь и получает уже открытые двери для Царства Божия, потому что Евангелие говорит нам, что некрещенный от воды и Духа Святаго не может унаследовать Царство Небесное. Второе таинство – это миропомазание, через которое благодать Духа Святого сходит на человека, печать дара Духа Святого, когда помазывает священник миром человека, в основном это детей, которые после таинства крещения, после святой купели приносятся к нему. И следующее таинство, это идет уже таинство покаяния. Человек, естественно, когда принимает таинство крещения, он омывается от всех грехов. Но мы знаем, что нет человека, который жив будет и не согрешит. Всякий человек согрешает. И вот для того, чтобы свои грехи очищать, свою душу от грехов, необходимо нам покаяние. Это исповедь, покаяние, в котором мы участвуем все. Таинство исповеди, потом после исповеди идет таинство соборования, таинство венчания, таинство причащения. И также таинство, в котором не все могут принимать участие, а только те, кто избран Господом Богом на священнический путь. Таинство рукоположения, таинство хиротонии.
Вот, когда рукополагают во священство. Таинство священства называется. И вот эти все таинства необходимы человеку для того, чтобы он являлся членом Церкви Христовой. Как раз вот это одно таинство соборования, о котором мы поговорим, оно по значимости своей не больше и не меньше, а все таинства по своей значимости имеют одинаковую силу и одинаковую надобность в человеческой жизни. Таинство соборования, это таинство было установлено самим Господом Иисусом Христом, который перед своим вознесением на небо говорил апостолам и ученикам своим, что именем моим бесы изгонят, языки возглаголют новые, на недужные руки возложат, и те здравые будут, и если что смертные испьют, не вредит им. Вот. И действительно, апостолы ходили, исцеляли множество людей, возлагая на них руки. Потом же это возложение рук уже еще в апостольский век было заменено помазанием святым елеем, о чем свидетельствует нам апостол Иаков в своем послании, который говорит: «Болеет ли кто из вас, да призовет к себе пресвитеры церковные, молитву сотворят над ним, помажут его елеем, и молитва веры спасет болящего». Вот что говорит нам апостол Иаков, подтверждая необходимость совершения таинства соборования. Вот эти предрассудки, которые люди придумали, что это только перед смертью, это неправильное мнение, и это мнение было не изначально в таинстве соборования такое ходило, но уже потом, когда уже в советские времена так говорили, что потом, может быть, для того, чтобы оттянуть совершение таинства, и для того, чтобы, может быть, даже и воспрепятствовать человеку пособороваться. Мы знаем, что каждый человек должен участвовать в таинствах церкви постоянно, регулярно. Приходить, допустим, на исповедь, на покаяние, приходить на причастие, причащаться святого тела и крови Господня. Господь же сказал, что «Еды мою плоть, и пияй мою кровь во мне пребывает, и я пребываю в нем». И таким образом, принимая тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, мы соединяемся со Христом, и Господь пребывает в нас, и мы пребываем в Боге. В таинстве соборования, что мы получаем от таинства соборования? Прежде всего, это исцеление. Все молитвы в таинстве соборования направлены на то, что мы обращаемся к Богу с воззванием, чтобы Господь даровал нам исцеление наших душ и наших телес. Это очень важно, когда мы заботимся не только о теле. К сожалению, конечно, в сегодняшнее время можно увидеть много людей, которые участвуют в этом таинстве, только приходя туда из-за своей физической болезни и не думают о духовной болезни. Но самое важное врачевство, которое должно совершиться, это врачевство духовное, это врачевство души. И вот зачастую люди предваряют таинство соборования исповедью, покаянием. Почему? Потому что это есть как раз процесс подготовки к таинству соборования. Потому что в таинстве соборования прощаются человеку забытые грехи, которых человек не исповедовал, но не исповедовал не потому, что он специально их укрыл, скрыл на исповеди, а не исповедовал потому, что забыл по забвению своему. Мы знаем, что согрешаем постоянно, и бывает такое, что уже не помним свои грехи, хотя стараемся их как-то запоминать, стараемся и сохранить свои памяти для того, чтобы покаяться на исповеди и исповедовать свои грехи, но не все мы их запоминаем. Иногда записываем на листике. Но если бы писать все грехи наши на листике, то очень большие листы пришлось бы нам носить за собой, чтобы писать все грехи. Потому что человек постоянно согрешает. Проживший даже один час, однозначно человек прельстится от лукавого и где-то согрешит, пойдет в грех. И поэтому человек идет на исповедь, кается в своих грехах, очищает свою душу от тех грехов, которые он помнит. Есть еще грехи, которые человек и не знает. Потому что жизнь человеческая такая, что нравственное состояние души у человека бывает такое, что человек и не замечает, что это грех. Вот некоторые, например, говорят: а почему гордость – это грех? Ну ведь надо быть немножко гордому, так же нельзя быть вообще там какой-то тряпкой, а надо быть гордому человеку немножко, за себя гордиться своими детьми, гордиться другим,
Гордость, она всегда грех. И не поощряется церковью. Наоборот, церкви смирение должно действовать. И в каждом христианине должно действовать смирение. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Вот что нам самое главное для нас. Это смирение наше. Вот со своим смирением мы осознаем уже грехи свои. Потому что если у человека нет смирения, если у него гордыня, он всегда будет себя оправдывать. Любые свои поступки он будет оправдывать. То ли я не хотел этого сделать, то ли я вынужден был это сделать. Я вынужден был обмануть, такие обстоятельства у меня сложились, и может оправдывать свои грехи. А вот со смирением у человека проявляется искреннее покаяние, когда человек кается в своих грехах. И покаявшись в своих грехах, человек очистил свою душу от тех грехов, которые он помнит, и тогда уже приступает к таинству соборования, в котором прощаются грехи человека, которые он забыл. По забвению своему он не исповедовал эти грехи. Когда человек приходит на таинство соборования, должен настроиться прежде всего на молитву. Потому что вот есть люди, которые приходят и считают, что самое важное это помазаться маслом, и самое важное это постоять и посчитать, сколько же раз уже помазали. Священники, совершая это таинство, они контролируют, сколько раз они вас помазывают. И, конечно, для себя можно там и считать, сколько раз, но мы знаем, что в таинстве соборования читается 7 Евангелий, 7 апостольских отрывков читается из посланий апостолов, и молитвы читаются, и 7 раз произносится формула совершения этого таинства. Отче, святый, врачу души телес. Произносится эта формула и прочитываются имена соборующихся. И поэтому важно, чтобы человек понимал, что нужно сконцентрировать свое внимание на молитве. Не на том, сколько раз его помазали, а именно на молитве. Да, не на внешних обрядах, потому что зачастую приходится видеть такие моменты, когда люди стоят в церкви, и идет таинство соборования, священник читает молитву, а люди уже занимаются растиранием масла по телу и разговорами, а у меня то, там, ты подержи мне свечку, ты сделай еще что-то тут мне, ты отойди, вот ты мне мешаешь. И таким образом самое важное мы теряем, это молитву. Молитва должна быть, потому что апостол Иаков что говорит нам? Что призовет к себе пресвитеры церковные, и молитву сотворят над ним, и молитва веры спасет болящего. Молитва. То есть, молитва веры спасет болящего. Молитва и вера, если будет чистосердечная вера в этого человека. Тогда, конечно, несомненную веру нужно иметь. Тогда человек получает то, ради чего он пришел, к этому таинству приступил. Ну вот, такой момент, вот еще не договорил, что бывают люди, что вот приходят, вот мне только дай исцеление, все, мне больше ничего не надо, там духовная жизнь меня не интересует, никогда в церковь не ходил, не исповедовался, не причащался и не участвовал в жизни церкви, а пришел, вот я хочу пособороваться и тут же, чтобы мне Господь дал исцеление, потому что если не даст, то я тут же и сразу перестану верить, потому что я не исцелился, соборовал, ничего не помогло. Вот. Так это вот очень ошибочное такое мнение, потому что само таинство соборования, оно помогает человеку не только в тех случаях, когда человек хочет этого, но когда есть на это воля Божья. Надо не забывать молитву Господню Отче наш, в которой мы говорим, да будет воля Твоя, взываем к Богу. Поэтому, полагаясь на волю Божью, мы выражаем свое доверие к Богу, это вера наша. Мы верим Богу, и как Богу будет угодно, так пусть Он с нами поступит, дарует нам исцеление или не дарует нам исцеление. Некоторые скажут, что строго, потому что одному дадут исцеление, другому не даст Господь исцеление. Как так можно? Но Господь видит духовную пользу для этого человека. Что будет полезно для него? Надо ему исцеление или не надо ему это исцеление? Потому что бывает такое, что человек, когда он здоровый, то он сам себя уже считает Богом и сам хочет уже жить, ему Бог уже не нужен. Он не обращается к Богу, он не думает о спасении своей души, не думает ни о чем. Думает себе, что все заключается только в земном счастье и в земной жизни. Вот. Ну вот, и в таких случаях Господь бывает смиряет человека, посылает какие-то скорби, посылает болезни, испытания человеку дает. И человек тогда
призадумывается, что не все в его руках, потому что если у человека есть еще и какие-то материальные возможности, есть какие-то возможности административные какие-то, чтобы где-то подкрепиться и на кого-то влиять, оказывать свое влияние, тогда человек думает, что он всемогущий, что он все может уже. А когда человек чувствует заболевание, чувствует болезнь, и когда бывают случаи, когда даже врачи уже не справляются с этими болезнями, человек понимает, что не все в его руках, ни деньги, ни власть, ни хорошие врачи, ни знакомые, ни друзья не могут ему помочь. Может помочь только единственный Господь наш Иисус Христос, и к которому необходимо обратиться, которого необходимо попросить, которого необходимо умолить, чтобы он помог. И тогда Господь отзывается на это воззвание человека. «А в скорби воззвах, и Господь услышал меня». Господь слышит, когда человек взывает к нему в скорби, потому что тогда он взывает с чистым сердцем, тогда он с искренней, открытой душой взывает к Богу. И вот когда люди приходят для совершения этого таинства, очень важно, чтобы они взывали от всей души своей, взывали к Богу, чтобы Господь даровал им исцеление. Но исцеления бывают разные, получает человек. Бывает, получает и физические исцеления, но прежде всего человек получает духовное исцеление, потому что прощаются человеку там забытые грехи. Человек очищает свою душу от грехов. Что такое грех? В переводе грех слово обозначает мимо, мимо цели. А цель жизни христианина какая? Цель жизни христианина – это унаследовать Царство Небесное, заслужить Царство Небесное, спасти свою душу. Вот это вот самая главная цель христианина. И когда человек идет для участия в таинство, в таинстве он должен прежде всего настроить себя, что он хочет спасти свою душу. Господь говорит: «Взыщите прежде всего Царствие Божие, и все остальное приложится вам». И поэтому человек должен искать Царствие Божие, а тогда уже исцеление своего тела физического. Таинство соборования, оно называется елеевое освящение, соборование, молитва масла называют его, по-разному называют его. Почему так называется? Потому что совершается оно зачастую собором духовенства, не одним священником, а по числу 7. Но, конечно же, если нет таких возможностей, может совершать и 5, и 3, и даже один священник может совершать это таинство. При этом значение таинства не умаляется, если нет 7 священников. Значение таинства не умаляется, и вся та же формула совершения таинства, вся она осуществляется одним священником только. Вот. И совершается это таинство на людях, которые уже, начиная с 7 лет, вот, отроки с 7 лет, потому что до 7 лет, мы знаем, дети даже не исповедуются, а с 7 лет они уже начинают и приходить на исповедь, каяться в своих грехах, и тогда только они могут уже просить у Господа, чтобы Господь простил им и забытые грехи. То есть дети старше 7 лет, они тоже могут принимать участие в таинстве соборования? Тоже могут принимать участие в таинстве соборования. И вот эти предрассудки, что перед смертью уже собороваться, они тут неуместны, если человек уже узнает логическую цепочку таинства и значение этого таинства. Поэтому церковь всегда призывает и рекомендует людям, чтобы люди читали, чтобы люди углублялись в веру, чтобы они понимали, куда они идут, для чего они идут, для чего они принимают участие в этом таинстве. Иногда приходится видеть такие моменты, когда человек заходит в храм, видит, стоит очередь к причастию, и он становится в эту очередь и идет тоже к причащению. Не знает, что перед этим нужно исповедоваться, очистить свою душу от грехов для того, чтобы с чистой душой подойти и принять тело и кровь Христова. Но по неведению все идут, и я пойду. По неведению, поэтому церковь и призывает людей, чтобы они были внимательными, чтобы они больше относились со вниманием к своей духовной жизни, потому что люди в основном заботятся о своем теле, заботятся о том, чтобы согреть свое тело, накормить свое тело, одеть свое тело красиво, чтобы отдохнуть где-нибудь, позагорать, еще что-нибудь. Отвести тело на какой-нибудь курорт. Да, к сожалению, люди заботятся больше о теле. О теле, конечно, тоже нужно заботиться, потому что тело, оно является как бы сосудом для хранения благодати Духа Святого в человеке. Вот, и о теле тоже нужно заботиться, но прежде всего нужно отдавать предпочтение душе, потому что душа вечная. Тело из земли взято, земля есть, и в землю отойдет обратно.
и в прах возвратится, а душа, она вечная, и она пристанет перед Богом, и там будет уже в вечности, либо в блаженствах вечных, в вечных Царстве Божьем, либо в вечных мучениях адских. Вот. И поэтому необходимо думать уже сейчас. Этот короткий отрезок времени, казалось бы, для нас кажется, что это долгий отрезок времени. Там 70 лет, а еще же в силах 80 лет, или там до 100 кто доживет. И казалось бы, что это много для нас времени отведено. Но оно очень быстро пролетает. Оно дни лукавые сути, они очень быстро пролетают, и мы не замечаем, когда уже и жизнь проходит. А у кого-то жизнь может прекратиться и в 30 лет, и в 20 лет, во сколько Господь призовет, насколько Господь видит, что человеку уже полезно этого человека призвать, что он это самый подходящий момент для спасения его души. Бывает так, Господь принимает решение по определенному человеку. И поэтому мы всегда должны думать о вечности, всегда должны думать. Апостол Павел говорит: «Помни последнее свое, и вовек не согрешишь». Недавно был в Троице Сергиевой Лавре и зашел в келью, где исповедует монах, и увидел, что в коридоре, где люди ожидают, стоит гроб. Вот. Для чего это делается? Поставили гроб. Не знаю, может, он и там и случайно стоит, для кого-то приготовленный, но мне кажется, что напомнить человеку о вечности, тогда и покаяние будет чистосердечное. Тогда человек увидит гроб и поймет, что он не вечный на этой земле, и придет время, когда придется предстать перед Богом. И там придется дать ответ за свою прожитую жизнь. Так лучше здесь, сейчас, покаяться уже в своих грехах и попросить у Господа прощения. Вот. Так вот, грех как раз тяготит всегда человека и сбивает его с истинного пути, который ведет Царство Божие. И от этого греха люди приходят избавиться, очиститься, исповедоваться, покаяться в грехе и потом пособороваться, очиститься от грехов тех, которые человек забыл. Помним, отец Виктор, что сначала человек желательно прийти на исповедь, на причастие, а потом уже принять участие. Желательно прийти, да, на исповедь, исповедоваться, пособороваться, а на следующий день можно принять участие уже в причастии, приготовиться к причащению, почитать молитвенное правило и причаститься. Ага, сначала исповедь, потом соборование, потом уже причастие. Да, да, очистить себя полностью, свою душу от грехов, и потом приступить к принятию тела и крови Христа. Но вы говорите о том, что человек практически каждый час, он не может удержаться от греха. Пришел на исповедь, исповедовался, соборование завтра. Пока ты до соборования дошел, еще тысячи раз успел нагрешить. Почему завтра? Обычно есть практика по храмам и исповедуют перед самим соборованием. А, перед соборованием, да. Исповедовался и сразу пошел на соборование, вот, в этот же момент. Человек должен контролировать себя, блюсти. Это понятно, что человек всякий согрешает, но он должен всячески стараться избавиться от греха. Самое главное – это наше стремление очиститься от греха, избавиться от него. Это такая невидимая брань, которая постоянно происходит вокруг нас. Ангел-хранитель наш возле нас всегда, и ангел тьмы, вот, который хочет всячески соблазнить человека и совратить в грех. Вот, и постоянно происходит такая вокруг человека невидимая брань. И человек должен поддержать кого-то, либо поддержать ангела Божьего, или поддержать дьявола. Это человеку выбирать. И он должен контролировать всегда, анализировать, что правильно, если я так поступлю, правильно ли это будет, неправильно. Контролировать постоянно свою жизнь, и тогда только он сможет как-то идти к исправлению. Наша брань, апостол Павел говорит, не против плоти и крови, а наша брань против духов злобы поднебесной. Вот против чего наша война идет человека, воцерковленного. Иногда говорят, что церковь, православная церковь, она воинствующая. Она воинствующая, но она воюет как раз против духов злобы поднебесной. И поэтому Вот почему она называется воинствующей, потому что воюет против духов злобы поднебесной. Да, да, она воюет именно против духов злобы поднебесной, против греха воюет церковь, потому что грех погубляет душу, а церковь всегда заботится, самое важное, о спасении душ человеческих. Господь призвал апостолов и сказал, что отныне вы будете не ловцами рыб, а ловцами душ человеческих. Вот. Поэтому это задание состоит и апостолов, и священноначалие, которое имеем мы, и которым тоже должны иметь это священноначалие всегда. Это тоже фактор, который нас объединяет и делает нас церковью. Верой в Господа Иисуса Христа, таинствами и священноначалием.
от апостолов. Благодать сошла Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы. Апостолы рукополагали епископов, поставляли епископы священников. И вот дошло это священное начало до сегодняшнего дня. И люди все православные объединяются этим священным началом. Если не было рукоположения, не было схождения благодати Духа Святого на священника, он не может называться тогда священником. Самое главное, священники это не рясу одеть и бороду отрастить. А самое главное, это таинство священства, рукоположение, которое совершается над человеком. И после этого уже человек становится священником. В нашем материальном мире, отец Виктор, не всегда учитывается нечто невидимое, а всегда часто люди стремятся к тому, что можно пощупать, потрогать. А все-таки духовный мир – это больше невидимый мир, но который очень зримо действует и на наш видимый мир. Так получается. Ну, каждый человек, который молился усердно, тот человек ощущал помощь Божию незримую. И он понимает, что вера – это не материальное, что потрогать руками его нельзя. Вот. Как апостол Фома, когда сказал, что пока не увижу Господа, пока не потрогаю его язвы гвоздиные, ребра прободенные, то не уверую. И Господь явился и говорит: Фома, потрогай мои язвы гвоздиные, ребра прободенные, и не буди неверен, но верен будь. Вот, и сказал, что «но блаженны не видевшие, а веровавшие». Вот в чем заключается суть нашей веры, какая она должна быть. Мы не видим зрительно, но мы ощущаем его духовно, это таинство совершения. Отец Виктор, у нас прошло уже время, ничего уже не остается, но будьте добры, обращение к телезрителям, вас как, ваше, как священника, буквально одно слово. Хотелось бы, чтобы все православные христиане, чтобы кто не православный христианин, чтобы обратился и стал на путь православного православия и спасительный путь, и участвовали в таинствах церкви регулярно, чтобы не были хладнокровными и равнодушными к своей душе. Потому что бывают такие случаи, когда человек умирает, а потом даже родственники не знают, как его звали, как он был крещенным и как за него теперь молиться. Очень внимательно нужно быть к своей духовной жизни, относиться внимательно. Участвовать во всех таинствах церкви, которые оживотворяют благодатью Святого Духа каждого человека. Отец Виктор, спасибо вам большое. Друзья мои, сегодня мы говорили о таинстве соборования вместе с нашим гостем, главой информаційно-просвітницького відділу Миколаївської єпархії Української Православної Церкви протоієрієм Віктором Абізюком. Поэтому, друзья мои, будьте внимательны, бдите, потому что Великий пост продолжается. Це була розмова на тему. На все добре.